Давайте уничтожим нашего снеговика. Отличненько. И мы я думал, я его уничтожил. Отлично, ребята. Прямо пушка ему в голову. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами как всегда Юра, ребятки, и сегодня мы будем играть вот такой вот захватывающий экшен, который называется Drive Ahead. Зацени клювый ролик от Drive Ahead, так, обязательно заценим. Так, ребяточки, ну что ж, гоу-гоу-гоу смотреть наши новенькие тачечки. Так, ребяточки, давайте, наверное, выберем, как всегда, кто кого столкнет. Вот это, наверное, нет, это моя коллекция автомобилей. А где же мы просто сражались? Получается, вот так вот тут выбираешь. Заданные на сегодня стадионы. Один игрок случайный. Вот, в принципе, это примерно, ребяточки, то, что мне и было нужно. Так, ну что ж, поехали, ребят. Посмотрим. Так, разбей голову противнику. Ну что ж, давайте, ребятки, погнали вперед. Так, я вот это на вот таком вот... Вау! Хо-хо! Отлично, мне очко. Он разбил, ребяточки, свою голову. Так, погнали, погнали, погнали. О, я машина-кулак. Ой-ой-ой-ой-ой, разбил свою голову. Да что ж такое, а? Так, ребятки, я обезьяна вот с такими двумя руками. Вот я, ребяточки, езжу на вот таких вот колесиках. Меня сталкивают, ай-яй-яй-яй. Конь меня столкнул, ребяточки, меня столкнул конь. Надо ему дать сдачи этому коню. А ну, стреляй с танка. Чё танк не стреляет? Стреляй, стреляй. Давай этому негодяю покажем, на что мы способны. Отличненько, ребяточки. Два у нас теперь. О, ребятки, Дед Мороз на санках. Вот. Вот он я. Дайте мне, пожалуйста, уничтожить вот этого вот такого вот нехорошего на карете. Там какой-то рок-гитарист, что ли, ребятки. Надо его с вами уничтожить. Ой-ой-ой, нет. Ребят, давайте толкать будем этого гитариста, там уже, ой, кислота. Отличненько, он первый тонул в кислоте, и таким образом я выиграл просто супер. Так, вот, ребятки, у меня есть танк, давайте уничтожим нашего снеговика. Отличненько, и мы я думал, я его уничтожил. Отлично, ребята, прямо пушка ему в голову, ха-ха-ха. Вот это да, вот он, ой-ой-ой, на этот раз меня он ударил. Так, давай теперь вот назад, вот, тихо-тихо, это скелет. Теперь вот так вот назад. Он может, этот тракторист. Ай-яй-яй-яй-яй, орел разбил себе голову, ребяточки, совершенно случайно. Так, давайте вот этим динозавриком сделаем вот такую вот вертуху и упадем ему на голову. Подождите, пока немножко не сходится. Давайте разгончику наберем. Вот так. Так, ребятки, я синенький, отличненько, синенький победил. Это означает, что Юра просто-напросто выиграл у этого соперника. И это, ребятки, просто замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте переходим к дальшим содержаниям. Давайте разбиваем голову противнику. Так, давайте заткуем. У нас все-таки автомобиль не сильно такой крутой. Он на тракторе. Он на тракторе за мной, ребят. Ох, отлично. Мне, ребятки, очко. Просто супер. Уезжаю, ой-ой-ой, не успел уехать. Мне он распилил, просто-напросто меня распилил. Так, вот я на санках. Отлично, мы прямо ему в шлем, ребятки, с санками. Так, давай, что же теперь на этот раз? Ой-ой-ой, что это за автобус у меня? У меня, ребятки, посмотрите, какой машина-автобус на санках. Отличненько, и мы прямо угодили туда, куда нужно. Ха-ха. Что это такое-то? Ой-ой-ой, ребятки, я сразу же упал на голову. Это никуда не годится. Так вот теперь делаем прыжок. Замечательно, просто супер. Вах. Вот так вот, синим очко, отлично. Так, теперь что? О, я елку везу, ребятки, я купил елку и везу ее домой. Вот это прикольно, вот это в действительности круто. Ого. Так, теперь надо как-то разбить ему голову этой елкой. Так, ребяточки, давайте, собственно, это, наверное, и сделаем. Ой-ой-ой, получилось совсем, ребяточки, наоборот. Получилось, что он меня разбил, а не я его. Давай, заткуй. Ой, я мечами стреляю, ребят. Воу, синий победил. Ребятки, посмотрите, в какой раз я побеждаю. Ну, разве я не крутой игрок? Вот это круто, поехали. Напишите в комментариях, как вы умеете играть в эту игру, ребятки. Так, погнали, теперь давайте. Я вот так вот, опа.
красному очку. Он все-таки успел меня зацепить. Где это? А, я просто растерялся немножко. Ты думаю, где это я? Вот так вот, отлично. Я на автобусе сдал заднюю. И все-таки я в него попал, ребята. Вот это да! Да что ж творится-то? Опять красному очку. Давайте, динозавр, а ну покажи, на что ты способен. А, куда это я улетел, ребят? Я утонул. Ребяточки, я утонул. Так, подождите. Давайте вот так вот. Опа, вот, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, куда же это годится-то, а? Так, сдаем заднюю. Ой-ой-ой. Так, ребятки, начинаем играть нашу игрушку. Давай-давай, отлично, мы победили эту обезьяну, которая так хотела нас, ребяточки, уничтожить. Мы ее все-таки сделали. Так, тихо-тихо-тихо, синему очку. И это просто, ребятки, замечательно. Давай-давай-давай. Ой-ой-ой-ой-ой, не получилось у меня немножко. А ну-ка, давайте, сейчас я ему покажу, ребята, посмотрите. Сейчас мы ему дадим, а? Сейчас мы ему дадим жару. Пускай вот там вот его и под... Ой-ой-ой, я совсем не рассчитал свои силы, ребятки, и совершенно случайно перевернулся. Так, надо сделать все возможное, чтобы он, ребятки, утонул. Не получилось у нас так сделать, чтобы он утонул. Получается, утонул вместо него, ребятки, я. О, ракетомобиль, ребятки. Дракула за рулем. Посмотрите, ребятки, Дракула за рулем. Вы такое когда-нибудь видели вообще? Дракула за рулем. Давай, 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 давай. Назад, 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 назад. Давай, Дракула. Отлично, круто. Супер, супер, пупер. Так, ну что ж, поехали, продолжаем дальше. Давайте, ребятки, против этих китайцев. Давайте, давайте, давайте. Нет, 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 нет. Я не хочу умирать, но так получилось, что все-таки они меня, ребятки, зацепили. Так, давай, давай, назад, назад, назад. Ты же видишь, что он ничья, ребят. Ничья, потому что нас уничтожили одновременно. А ну-ка, ребятки, давайте, пеликан, покажи, как ты умеешь распиливать. Отличненько, отличненько. Синему очку, ребятки, осталось мне выиграть один раз. Я в этом турнире победил. Ой-ой, машина-тюрьма, ребята, вон, посмотрите. Тюремная камера. Ох, отлично. А, нет-нет, красненький победил. Я думал, я, ребятки, но так уж получилось, что красненький победил. Но ничего, я надеюсь, нам повезет, ребяточки, в следующий раз. Ну что ж, давайте переиграем. Поехали, посмотрим. Брам-б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 ам. Давай, улети, улети. Ха-ха-ха, мы его обманули. И таким образом, ребятки, он упал в речку. Мы его просто-напросто обманули. Так, теперь мы, ребяточки, за конем, за рулем коня деревянного. И нам, что же нам нужно? А нам что-то нужно, ребятки, серьезно. Отлично, синему очку. Опять мы, вы видите, ребятки, какой мы ведем маневр обманывающий. И опять мы его, ребяточки, обманули. Давай, 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 Юра. Ой-ой-ой, совсем не рассчитал, что у меня мотоцикл на двух колесах и немножко проиграл. Так, бензовоз, это, конечно же, хорошо. Давай, дави эту елку. Отличненько, ха-ха. Задавили мы этого Деда Мороза нехорошего. Так, ох, какой джип у меня. Хо-хоу. Ой-ой-ой-ой-ой. Джип джипом, ребятки, а крыши у джипа нету. И я, получается, проиграл. Так, я не понял, в чем дело? Ох, отлично. Меня мина прямо выбросила, ребятки, вверх. Потом я полетел вниз и прямо упал ему на шлем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что ж такое-то, а? Давайте еще раз. Давай, ай, на мотоцикле, наверное. Так, ребятки, у нас поровну сейчас очков. Давайте, давай, назад, назад, назад. Мне нужно победить. Мне нужно победить, я сказал. Так, надо вот этого чайника... Ребяточки, чайника уничтожить. Отличненько, ребяточки. Я победил, а синенький чайник проиграл. И это, ребятки, просто круто. Ну разве это не замечательно? Я считаю, что это вообще просто супер. Так, давайте, ребятки, еще гоночку возьмем. Так, жум, бам, 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 барабам, бам. Вау, вот это да, вот это я умею кататься. Ну, такая машиночка у меня прикольная. Отличненько, ребяточки, видите, как я круто играю. Вот мне очко, ребятки, и есть. Так. Ой-ой-ой-ой, наехал он, конечно, меня своим байком. Байк у него довольно-таки крутой. Так, стой-стой-стой, дракон, а ну-ка иди сюда, я тебя съем сейчас. Ох-ох-ох, съел дракон мотоциклиста. Отлично, ребятки, погнали, погнали. Так, что это за пожарная машина синяя такая? О-хо-хо, мне очко, потому что он не рассчитал свои силы. Разогнался и ударился в стенку.
Так, вот этого слона тоже надо как-то уничтожить. Я просто, правда, не знаю еще пока, как это будет делаться. Отличненько, он сам себя уничтожил. Ребятки, 4-1. Я пока веду, и я думаю, что мы выиграем, ребятки. Отличненько, ребятки, я победил. Смотрите, у меня 5 побед реально, а у него 1. Это означает, что, ребятки, мы с вами самые-самые крутые. Так, дорогой друг, если тебе понравилось это видео, поставь пальчик вверх, оставь комментарий под видео. И, ребяточки, подписываемся на мой канал, смотрим мои другие видосики. А с вами, как всегда, был Юра. Пока-пока.